Прогнозы писателей-фантастов начинают сбываться. В мире пришли к пониманию экологически чистой, неиссякаемой энергии Солнца – будущее человечества. Сегодня из всех возобновляемых источников энергии активнее всего развивается гелиоэнергетика. Именно в солнечном электричестве ученые видят альтернативу нефти и газу, запасы которых не безграничны. Фотоэлектрические преобразователи для солнечных батарей начали производить на заводе металлокерамических приборов в Рязани. По нашим оценкам и по оценкам мировых экспертов, рынок будет развиваться прежними темпами, вот даже несмотря на ту ситуацию кризисную, которая сложилась в мировой экономике. Новая производственная линия на Рязанском заводе будет делать модули для солнечных батарей мощностью 230 Вт для крупных сетевых электростанций. Пока на экспорт. Это достаточно отлаженная технология, где мы ничего не изобретаем. На сегодняшний день мы просто купили западную линию по производству этих самых панелей солнечных. С востока получаем комплектующие, здесь собираем, продаем в Германию. Комплектующие – пластины с антибликовым покрытием синего и черного цвета. Сырьем для них служит один из самых распространенных природных элементов – кремний, всем известный песок. Но чтобы стать полупроводником, ему надо пройти 4 стадии очистки. Основные производители поликристаллического кремния – Япония, США и Германия – мировые лидеры внедрения солнечной энергетики. Строительство солнечных домов и станций стало одним из приоритетных направлений энергетики. И в последние годы мир испытывает дефицит поликремния. На рынке гелиоэнергетики развернулась борьба за этот материал. У России есть шанс не оказаться в аутсайдерах. Необходимые средства для строительства завода в Рязани удалось найти благодаря тому, что холдинг «Российская электроника» и Рязанский завод металлокерамических приборов вошли в госкорпорацию «Ростехнология». Перспектива на базе вот рязанского куста создать все-таки полномасштабное производство от начала и до конца. От производства кремния как такового до производства тех или иных элементов солнечных батарей, сборка панелей и дальше сборка электростанции, работающей на солнечной энергии. Строительство завода занимает, как правило, не более 3 лет. Проектирование завода год, то есть в течение 4 лет можно выйти на проектную мощность. Это предприятие электронной отрасли не случайно выбрано базовым для создания комплексного производства солнечных батарей. Еще 10 лет назад здесь впервые занялись выпуском солнечных модулей и применили новый способ их герметизации – пластиковый. Это ноу-хау, это запатентованные технологии, так называемые фотополимерные, которые нам позволило делать не только такие крупногабаритные, но и миниатюрные модули, и в качестве подложки использовать не просто стекло, но и пластиковые подложки, легкие. Хотя наша страна располагается не в самых солнечных широтах, планируется, что через 10 лет в России производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличится в несколько раз.